Джим? Джим? Где Джим? Нам не удалось вытащить его. Валерия. Ты держал нас там слишком долго. Хватит! Сара, отпусти его. Валерия на нашей стороне. Нам не по пути. Капитан, вражеские корабли. Внутри периметра. Звенья 3 и 9. Доложить обстановку. Пробоина в корпусе. 7-я сетка. Маневр Дельта 4. Всем готовиться к прыжку. Мы останемся здесь, пока я не увижу Джима. Энергия щитов 30%. Флот Доминиона, говорит Гиперион, прекратите огонь! У нас на борту принц Валериан. Мой отец пожертвует любой фигурой, чтобы взять королеву. Нужно прыгать сейчас. Мы оторвемся от них и вернемся за Джимом. Керриган, мы должны действовать сообща. Делай, что хочешь. Я найду Джима. Керриган, перед тем, как мы прыгнули, Гиперион засек многочисленные сигналы кораблей Доминиона. Они двигались к поверхности планеты. Тебя там ждет теплая встреча. Ну что ж, дорогие друзья, всем снова хайку. И мы продолжаем. На этот раз нам дадут даже поиграть с королевой Роя. Сканирование поверхности. Обнаружены войска Доминиона и улей зергов. Да. Тут должен был остаться старый улей. Меня больше волнуют доминионцы. Земля — это воздух. Доложите обстановку. Воздух! Мы развернули базу и скоро подготовим дракенскую импульсную пушку. Вас понял. Сбивайте все оставшиеся корабли, которые выйдут из-под пространства в этой области. До связи. Отбой. Эта пушка испепелит корабль Джима, как только тот появится на орбите. Джим даже не успеет понять, что произошло. Курс на улей зергов. Мне нужна армия. Я чувствую присутствие разума, который управляет этой стаей. Кто ты? Моя королева. Меня зовут Нактул. Я одна из матерей стаи. Ты создала нас, чтобы эффективнее управлять роем. Теперь ты вернулась к нам? Я не возвращалась, я не твоя королева. Но чтобы уничтожить пушку тиранов, мне нужна твоя стая. Прямо сейчас. Большая часть стаи сейчас со мной. Но прежде чем подкрепление доберется до тебя, пройдет время. Высылай. Мы должны уничтожить эту пушку до прибытия Джима. Тем временем я приготовлю этот улей к битве. Доминионцы, скорее всего, уже выследили мой корабль. Они ищут меня. Ну что ж, ребят, давайте попробуем все это дело сделать рабочим. Так, посмотрим, помню ли я еще что-то к чему. Для начала мне нужен омут рождения. Есть такая штука, только построить ты его пока не сможешь, потому что, правильно, он стоит 200. Ну, теперь сможешь, ладно. На S, по-моему, правильно. С минеральчиком его забрал. Ну ладно, ничего страшного. Так, больше нужно. Больше народу. Керриган, аж с 4 зерлингами. Какая молодец. Ладно. Кстати. Мы
обнаружили Керриган. Она окопалась на базе зергов. Мы отправляемся туда. Высылайте подкрепление. Доминионцы нашли нас. Теперь они не успокоятся. Да ну что, охренели, малявки. Поняла. Я вас тут в Солянова порву, как бы. Мы на одной волне. Я создам зерглингов из личинок, которые производят инкубатор. Поняла. Когда сюда пришли войска Доминиона, они загнали часть моей стаи в пещеры. Если мы сможем убить охрану, эти зерги присоединятся к нам. Им так просто не уйти. Пришлите подкрепление! Плёточники. Да, помню. Они мутируют из рабочих. Так, а еще, насколько я помню, у меня почему-то здесь не работает кнопочка F2, поэтому придется все делать вручную. И это очень неудобно. Наши войска атакованы. Хорошо. Да вы что-то охренели, ребят. Продвигаюсь к цели. Ну хотя пусть они дойдут до плеток, и я их подниму. Прочесываю территорию. Смотрите, как нагло. Оп. Мы на одной волне. Прикольно, да? Поняла. Оказывается, так тоже можно. Ладно, давайте мы на самом деле будем уже создавать потихонечку рабочих, потому что... Королева крайне полезна в бою. Создать ее можно в инкубаторе. Потому что мне это нужно. Так, надо побольше плеток создать. Это я помню, потому что плетки мне тоже жизнь будет спасать очень даже хорошо. Так, вот это перекопаться, наверное, по... чуть подальше, чтобы на нее сразу не атачили. Повтори. Готова к бою. Веспен будет добываться с максимальной эффективностью, если отправить в экстрактор трех рабочих. Ну, мы этим займемся чуть попозже. Пока что давайте освободим наших ребят. Атакует улей. Что тут происходит? Я думаю, они справятся вдвоем. Так, парочку рабочих. Думаю, будет нормально. Хорошо. Иду. Хватит прятаться. Сражайтесь за свою королеву. Так, тебя сюда. Все нормально. Вас сюда. Все, и еще парочку поставить. Ну, значит, парочку надзирателей. Так, сражайтесь за свою королеву, правильно она говорит? Согласен. Я вижу. Интересно, что-нибудь вот здесь вот есть? В этой пещере тоже остались зерглинги. До прибытия подкрепления. Ладно, надо все это дело, короче, быстренько как-то зачистить, я думаю. Продвигаюсь к цели. Силы Доминиона наступают с севера. Они пока, видите, не умеют кидать. Ничегошеньки. Невыполнимая команда. Ох, хорошо поджарило. Снимаю с предохранителя. Мне не нужна армия. Да, минус все зерги что разом. Что такое? I'm true. Ладно, надо вспоминать, как играть за раз. Все не очень хорошо. Так, ладненько. Снимаю с предохранителя. Продвигаюсь к цели. За дело. Хорошо. Прочесываю территорию. Так, минус нет она их? Иду. Назад от плетки. Бегом, 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 бегом. Поняла. Хильте меня. Хильте. Ура, хиллеры подоспели. Так, на самом деле, квин можно подсоздать и...
Воу-воу-воу-воу. Твоя эссенция хранится в главном инкубаторе. Получив большой урон, ты переместишься в инкубатор, чтобы излечить раны. Это что тут за борзые ребята вообще офигевшие? Ну-ка назад. Так. Благо здесь можно спокойно не париться особо, и Керриган может не выживать, но... Все равно. Ладно, здесь придется с квинами бегать, потому что квины очень мощные в этом плане. Так, продолжаем разгаживать наш веселый крутой крип. И, наверное, бронюшку нам дарим. Я все еще здесь. Так, 7 минут до прихода. Ждем Керри. Иду. Керри должна бомбануть. Мы на одной волне. Поняла. Хорошо. Мы все так вот быстренько зачистим. Прочесываю территорию. Курью движутся многочисленные войска Доминиона. Ой, проблема будет сейчас. Королева, ты освободила мое потомство. Выходите, дети мои. Хорошо. Так, я надеюсь, я успею. Улучшение завершено. Плетки я не зря ставил. Марш, бросок. Вообще чётенько вошли. Продвигаюсь к цели. За дело. Всё, шикос. Так, па-па-па-па-па-пам, нам надо вот сюда вот идти. Готова к бою. Иду. Пусть она пока идет, и давайте построим еще парочку. Да, я слышу тебя. В этой пещере тоже остались зерглинги. Ну, значит, сейчас мы будем освобождать потихонечку чё-кого. Зря, что ли. Ладно, по-хорошему нам нужен второй инкубатор. И даже без него. Чё-то народ прям так нападает и нападает, и нападает, и нападает, и нападает, и нападает. Что дойти такое? Даже никак нельзя. Так, на сарку повесим. Так. Наши войска атакованы. Выбегайте, выбегайте, хлопцы. И все, мы засунем сюда. Поняла. Прочесываю территорию. Мы на одной волне. За дело. Иду. Надо последний. Хорошо. Так сказать, рой зачистить. Улучшение завершено. Тут народу много, ой, больно будет, ой, будет больно. Они у меня на прицеле. Хорошо. Продвигаюсь к цели. Повтори. Беги, королева. Прочесываю территорию. Черви уже в пути. Моя стая вот-вот будет на месте. Готова к бою. Да, я слышу тебя. Я думаю, сейчас будет очень-очень больно. Так, ладно, армия. Снимаю с предохранителя. Нет, больно, больно. Хорошо. Недостаточно беги. Энергии. Продвигаюсь беги, женщина. Так. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Поняла.
Прочесываю территорию. Мы на одной волне. Так, вроде удалось сохранить армию. 2 минуты на то, чтобы вот эту всю фигню захватить. Так. Что такое? Хорошо. Нам нужно больше минералов. Короче, больше народу, это хорошо. Готова к бою. Продвигаюсь к цели. За дело. Еще совсем немного, и мои черви Нидуса прибудут с подкреплением. Что такое? Держаться до подкрепления. Хорошо. Да, пожалуйста. Поняла. Иду. Марш-бросок. Продвигаюсь к цели. Еще больше зергликов. Стая становится сильнее. Поняла. Наши войска атакованы. Бежим на базу. Мы на одной волне. Враг атакует улей. Них наши войска атакованы. Это Керриган. Иду. Так, добью я вроде всех. Задело. Шкозненько, лимит установлен. Продвигаюсь к цели. Королева, моя стая прибыла. Она в твоем распоряжении. Отлично. Теперь нужно уничтожить это орудие до прибытия Джима. Ну, не то чтобы у тебя прям имба стая, конечно. Есть способ управлять в бою всеми войсками одновременно. А, так вот это почему. Керриган. Вот почему у меня не было F2. Обидненько. А я сижу, главное, думаю, почему я на F2 жму, а ничего не происходит. Теперь хоть понятно. Нам нужно больше минералов. Так, ну лимит полный. Мы сейчас будем просто захватывать все и вся и, наверное, проходить. Блин, вот чё-чё, а распространять скрип у меня это вечная проблема. Серьезно. Готова к бою. Тут как бы то, чем я особо никогда не занимался. Ладно. Раз, два. Нам нужно больше минералов. Блин. Ну, давайте хотя бы еще одну плетку здесь поставим, они хоть частично сдержат. Им нужно больше рабочих. Нам нужно больше. Ну ладно. Минералов. Пока пойдем тем, что имеем. Иду. Надеюсь, успеем. Пам. Невыполнимая команда. Пам. Пам. Оп, хлобысь, еще несколько. Круто. Все, вот этим роем уже можно двигаться. Прочесываю территорию. Хорошо. Это уже я понимаю, рой так рой. За дело. Улучшение завершено. Продвигаюсь к цели. Так. Поняла. Быстренько возвращаемся. Прочесываю территорию. Здесь зерги! За дело. Продвигаюсь к цели. Забегайте. Поняла. Друзья мои, забегайте. Ток. Бейте. Чувствую всех. Территорию.
Это Керриган. Поняла. Что такое? Лимит не, конечно, урезали, но в целом все хорошо. Да, я слышу. Просто тебя. Мы здесь убили тех, кто мог на нас напасть. Продолжаем разгаживать. Это Керриган. И смотрите, сейчас волной просто так. Продвигаюсь к цели. Красивый, не правда ли, друзья? За дело. Сначала отойдем вот сюда в бок, я думаю. Иду. Так. Снимаю с предохранителя. Повтори. Мы на одной волне. Какая красота-то. Продвигаюсь к цели. Ну, это чтобы на нас лишний раз не нападали. Прочесываю территорию. Что? Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. О, мы лимит 105 уже. Иду. Круто. За дело. Так. Поняла. Здесь мост. Хорошо. Прочесываю территорию. Это Керрига. Мы на одной волне. Это зерги! Защищайте пушку! Моя стая прибыла. И ждет приказаний. Одной вам. Да. Так, круто. Продолжаем заходы. По сути, можно все одними клинами выносить по большей степени. Мы на... Они очень Керрига. Мощные. Марш, брат. Снимай с предохранителя. И главное дотекание постоянное. Вот, пушка уничтожена. Все, аллилуйя. Мы сделали. Пушка уничтожена. Тираны бегут к своим кораблям. Уничтожить всех. В живых не должно остаться никого. Да, теперь я вижу, что наша королева на самом деле вернулась. Убить тиранов. Королева? Ты права. Я словно перестала быть собой. Надо выбираться отсюда. Мы будем ждать твоего возвращения. Ну что ж, еще одна миссия пройдена, мои дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся, скорее всего, в следующей серии. Вот, я мог бы уничтожить все строения, конечно, на самом деле это трындёж, там надо было очень сильно постараться, но в принципе это возможно, в принципе. Вот, а так, в любом случае, всем спасибо, всем пока, увидимся в следующей.